Однажды весною в час небывалого жаркого заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке. Второй плечистый, рыжеватый, вихрастый, молодой человек, заломленная на затылке клячья-то кепка, был в ковбойке, в жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций. Дайте Нарзану. Нарзана нету. Пиво есть? Пиво привезут к вечеру. А что есть? Абрикосовая, только теплая. Ну давайте, давайте, давайте. Парикмахерской, напившись, литераторы медленно начали икать.